В Якутске начали подготовку к пляжному сезону. Сотрудники ГИМС вышли на уборку прибрежной зоны городского пляжа. Мероприятие проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Чистый берег». В уборке также приняли участие работники администрации Губинского округа и курсанты Института водного транспорта. Подробности в материале Юрия Осипова. С 18 мая акция «Чистый берег» стартовала по всей Якутии. На всех водоемах республики сотрудники МЧС и сознательная общественность выходят, чтобы очистить прибрежные территории от скопившегося мусора. Во всех субъектах страны сроки проведения акции определяются с учетом погодно-климатических условий. В Якутии начало масштабной уборки положили на прибрежной территории городского пляжа в столице республики. Это излюбленное место горожан отдыха летом. Значит, поэтому мы убираем мусор, очищаем отбитого стекла, чтобы гражданам было не только отдыхать здесь, ну и безопасно, чтобы не пораниться, не порезаться. Акция традиционно проводится в период прохождения паводковых вод, так как в это время весь мусор, скопившийся за зиму, оказывается на берегу. Также уборка прибрежных территорий предваряет начало купального сезона и открытие навигации для маломерных судов. Помимо этого, сегодняшняя акция является подготовкой к Дню полярника. В его рамках 21 мая на пляже 202 микрорайона состоится заплыв якутских моржей. Состояние пляжа ужасное. Много мусора, битого стекла, неприятно находиться в таком месте и небезопасно. Значит, такие подобные мероприятия будут проводиться. Это, значит, мы пришли прибраться, сделать генеральную уборку, навести санитарный порядок. Дальше такие подобные акции будут проводиться перед купальным сезоном и поддержание наведения в течение всей навигации. Уборка на пляже и прилегающей к нему территории продолжится в течение нескольких дней. Управа Губинского округа планирует привлечь молодежное крыло географического общества, курсантов Института водного транспорта, а также министерства и ведомства. Будут заниматься уборкой сухого мусора на территории набережной, на территории городского пляжа, а также посадка будет задействована в посадке саженцев. Мы планируем завтра вдоль 11 и 12 корпусов 202 квартала посадить 100 берез. Курсанты Института водного транспорта не остались в стороне и сегодня. На помощь в уборке подошли курсанты первого курса взвода судомехаников. Люди отдыхают, гуляют, купаются и тут же мусорят. Это не очень прилично. Можно также купаться в этой воде и пораниться, пробить ногу, заразиться. Собранный мусор был вывезен и в дальнейшем будет утилизирован. Идея акции проста и вместе с тем глобальна. Участники своим личным примером показывают, что не стоит оставлять мусор после себя. Ведь от того, как мы относимся к окружающей природе, зависит и наше здоровье. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.